Шевелись, плотва. Давай, плотва. Ну, пошла.
Выпускай его! Вот сука!
На. Шевелись, плотва. Покупайте, Габриэль! За... Покажи товары.
Будь здоров. Покупайте, Габриэль! Покажи товары. Будь здоров.
Но! Ой, верно ты выглядишь. Помоги старой слабой женщине. Что случилось? Ночью безбожники часовенку верной милосердной разорили. Чтоб им пусто было. Починить надо бы на часовенку, иначе верно обидится. Коровы падут, у ребятишек бородавки вылезут, собаки запаршивеют. Парша и бородавки? Звучит серьезно. Я тебе помогу. Готово. Добрые боги мне тебя послали. Есть теперь кому у нас часовенки чинить? У меня уже есть ремесло. Я ведьмак, а не реставратор древней деревянной архитектуры. Ведьмачье дело со злом бороться. А хулиганы эти окаянные, они похуже чудовищ будут. Если что увижу, я поправлю. Но сворачивать с пути я ради этого не стану. А тут везде близко. Боги тебя направят. Этот аж побледнел от голода.
Там, где есть гули, обычно бывают и трупы. Ну что, паскуда? Как вы, блядь, не научите? Когда-нибудь кору с деревьев жрать? У меня от нее уже из жопы щепки лезут. Знаешь, ведьмак, про тебя всякое болтают. А я вот не забуду, что ты для нас. Занят я. Но не разорваться же мне. Занят я. Как тебя, бородные люди, кнутом проучат, не будешь такой заносчивый.
несет, что лучше пешком пройтись. Куда вы так спешите? А? Ну, сейчас. Ну... Приветствую. Покажи свои товары. Бывай. Я-то ребенка ждала, а призрак на это не посмотрел. Не хочу я в это...
Идем? Хоть взгляну наконец на этого таинственного эльфа. Интересно. Я его не в кумовья приглашаю, я только спрошу его о Цири. Давай же! Велоплан! Не нравится мне это место. Дикая охота. Что? Призрачные всадники? Это значит, я думала, их не существует. Но полюбуйся на несуществующее. С ними навигатор. Что? Ты можешь телепортировать нас на ту сторону? Лучше я телепортирую нас домой. Ты правда собрался идти за ними? Открывай телепорт быстрее! Не уверена, что мне все это нравится. Сейчас Кейра.
Кейра! Кейра! Ты боишься крыс? Ты же можешь уничтожить их одним заклинанием. Ладно, я лучше помолчу. Так что с тобой случилось? Что-то мешает телепортации. Не представляю, как они попали на ту сторону. По-другому, для этого у них есть специально обученные чародеи. Навигаторы. Да пусть у них будет хоть три рулевых и попугай. Я рисковать больше не стану. Идем. Охота нас опережает, но мы еще можем их догнать. Ты что, совсем рехнулся? Нужно уходить немедленно. Идем. Может, еще успеем добраться до эльфского чародея раньше них. Но что охоте от него нужно? Если этот эльф знает что-то о Цири... Или она пыталась его найти и связаться с ним, а они ее почуяли? Ох, идем. Может, найдем какие-то следы этого эльфа. Я не уверена, что дикая охота знает, куда идти. Велоплан!
Лоренна-Люнет. Файверте, Лоренна-Люнет. Это он! Это эльф! Арвех Твагладев. Что это было? Иллюзия? Нет. Морфопроекция. Сообщение определенно предназначалось Цири. Дочь Чайки, наследница Лары Доран. Да, эльфы так называют Цири. А что насчет знака меча? Это какая-то загадка? Да, но простенькая. Меч Цири носит имя Зираэль, ласточка. Простенькая? Кто, кроме тебя, может это знать? Может, этого эльфский чародей добивался? Он спрятал проход так, чтобы найти его смогла только Цири. Твоего появления он явно не предвидел. Так или иначе, думаю, он ждал непрошенных гостей и как-то подготовился. Будем надеяться, дикую охоту ждет пара неприятных сюрпризов. Ну хорошо, идем. Думаешь, надо просто искать ласточек? Увидим. Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Осторожно. Эти маслянистые желтые испарения ядовиты. Я знаю. Не надо меня учить. Лисий строчок я узнаю. Весемир рассказывал, что когда научился накладывать игни, пошел тренироваться на этих грибах. Ха, скверная идея. И как? Охрана зажимает быстро. Пойдем. Как вода? Очень освежает. Зря не окунулась. Ну?
Похоже, это древняя эльфская пристань. Должно быть, так они добирались сюда по воде. Интересно, когда это было? Эти маслянистые желтые испарения ядовитые. Я знаю, не надо меня учить. Лисий строчок я узнаю. Весемир рассказывал, что когда научился накладывать игни, пошел тренироваться на этих грибах. Ха-ха, скверная идея. И как? Ну как, выжил. На молодых ведьмаках рано заживает. Пойдем. Thank you.
вода? Очень освежает. Зря не окунул. Что, ты идешь? Ну, сейчас бы в горячую ванну, ну, вперед.
точка. Значит, мы идем правильно. Он очень похож на тот столб с проекцией. Израиль, не Форда Соль Эсэр Эн, а Эмсили Кельпи. Кельпи? Это какой-то морской монстр? Нет, так Цири назвала свою кобылу. Она и правда могла скакать, как демон. Хм, хорошее имя для лошади. Так что, попробуем найти? Гвеллаглан! Силуэт охотничьей собаки. Ничего общего с Кельпи. Интересно, что-то обязательно хватать все подряд? Геральт, все в порядке? Допустим. Надеюсь, мы... Ну? Wow.
рисунок лошади. Наверное, подсказка для Цири. Я думала, ты торопишься. Еще лошадь, почти такая же. Посмотрим. Черт, не знаю, что ты сделал, но все получилось. Возвращайся. Смотри, они открываются. Но все. Так,
Ну? Кажется, это ласточка. Подействовала. Идем. Думаешь, это безопасно? Гвеллаклан! Ужасно тихо. Это плохо? Похоже на затишье перед бурей. Не нравится мне это. Зираэль не опознан. Уничтожить посторонних. Сдохни! Что ты сделаешь, когда наконец найдешь Цири? У тебя есть какой-нибудь план? Все зависит от нее. А ты представлял себе, как это будет? Что она скажет? Как она теперь выглядит? Нет. Прости, меня занесло. Я иногда забываю, что мы не настолько близко знакомы. Ой! Что, у тебя снова какие-то предчувствия? Еще какие. Come on.
Смотри, они открываются. Но вперед. Гвеллаглан. Телепорт. Надо активировать его побыстрее. У меня такое ощущение, что нас ждет следующий голем. Значит, сейчас они далеко впереди. Пойдем. Гвеллаглан! Это дело рук дикой охоты. Они уничтожили страж и чародея. Значит, они сюда не в гости приходили. А ты сомневалась. Их заморозили, они и сделать ничего не успели. Чародей дикой охоты. Сумеешь закрыть щели, из которых он выходит? Слишком далеко. Мне сначала подойти надо. Попробуй вызвать Бурун, Деметий и Крест. Держись ближе. Тарианной! Держись поближе. Я сама! Открывай меня!
пекла! Просто потратила слишком много силы. Только в обморок не свались. Пока я в твоих крепких объятиях, ни за что. Хотел бы я сказать, что тут можно сделать привал. Знаю, знаю. Нужно идти. Заблокировали проход. Может, я попробую? Предоставь это мне. Пойдем. Может, мы их еще догоним. Спасибо за помощь, очень кстати. Все-таки хорошо, что я пошла с тобой. Ты бы без меня не справился, а? Ну, признайся. Один я бы в жизни здесь не прошел. Ну?
Он ждет нас. Упрямый, Тхойна. Геральт, я помогу. Отойди. Хватит мной командовать. Интересно, насколько тебя хватит? Еще разрыв! Не надо за меня бояться. Давай осмотримся. Похоже, это лаборатория нашего эльфа.
Лорана Линд. Так, посмотрим сообщение. Зираэль, здесь больше небезопасно. Не задерживайся здесь. Не верь никому. А больше всего берегись ведьм с кривоуховых топий. Постарайся добраться туда, где мы в последний раз были вместе. Где мы в последний раз были вместе? Не слишком-то много. Проклятие. Может, и хорошо, что он не оставил более определенного послания. Если бы охота сюда ворвалась, они бы тоже нашли эту проекцию. Они обыскали все. Будь у них больше времени, они бы тут камня на камне не оставили. Это не отменяет того факта, что мы так ничего не узнали. Ни об эльфе, ни о Цири. По крайней мере, мы поняли, что они неплохо друг друга знают и путешествуют вместе. Ведьмы с кривоуховых болот. С кривоуховых топий. Кира, если ты что-то скрываешь... Но я же не говорила... Ты знаешь этих ведьм? Никогда их не видела, но читала о них. В старинной рукописи, я ее в одной хате нашла. Там написано, что деревенские ведьмы иногда заходят на кривоуховые топи. Именно они поддерживают связь между крестьянами и ведьмами. Ведьмы не терпят пришельцев, зато местным помогают. Именно они остановили мор в Велине. И что ты об этом думаешь? Я бы назвала это россказнями старых баб, но... Когда я только приехала в Велин, первые дней 20 мне снились отвратительные кошмары, что-то призывало меня на болото. Однажды ночью я ввела себя в сон наяву и столкнулась с этим. Я сразу прервала контакт, с тех пор тишина и никаких скверных снов. Как мне их найти? Болото обширно и опасно, но, похоже, ведьмы указывают крестьянам нужные тропки. Книга велит отыскать часовню на кривоуховых топях, а потом идти по следу сладостей. Сладостей? А, точно. В Каэр-Морхене не читают детям. Посмотрим, как они там живут. Возьми книгу, почитай. Я... Ладно. Хорошая мысль. Зачем мы вообще пришли? Таинственный чародей-травник. Таинственный чародей-травник. Ну? Таинственный чародей-травник. Ну?
Странно, медальон дрожит, но здесь ничего нет. Что с этой стеной? Это иллюзия. Я предполагала, что нас ждет нечто подобное, и... И что это? Кроме того, используя его, ты же будешь думать. Спасибо. Любопытно. Зараза. Здесь пригодится глаз Нихолены. Просто, правда? Посмотрим, куда ведет проход. Чувствуешь? Слева поток свежего воздуха. Там, наверное, выход. Хорошо, давай выбер. Постой, еще же магический светильник. Если только смогу. Ладно, Отлично, так. Гвеллаклан! Здесь мы точно что-нибудь найдем. Похоже, очередная загадка. Смыслиться. Надо подумать.
никогда не была сильна в высоком стиле старшей речи. Переведи, чтобы было понятно. Четверо стражников. Мисель первый не шел с краю. Третий шел рядом со своим верхом. И так стерегли они. Да, похоже. Ну ладно, попробуем с этим. Так, посмотрим. Надо понять правильный порядок. Четыре. Смотри, погасло. Сделали что-то не то. Все в один ряд. Первый не шел с края. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. Так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с края. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом с зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. Так стерегли они. Так, посмотрим. Надо понять правильный порядок. Четыре одинаковых ста. Можешь повторить надпись? Четверо стражников несли ясное пламя, все в один ряд. Первый не шел с краю. Второй, что шел рядом с первым, играл печальную песню. Третий шел рядом со своим верным зверем. Четвертый не шел рядом с первым, но исполнял музыку, как и второй. И так стерегли они свою королеву, что уснула под звездами. Подожди, подожди. Что-то произошло. И правда, как будто за стеной что-то Чья это могила, как думаешь? Жаль, что надписи нет.
знак чайки. Если бы я не знал, где похоронена Лара Дорен, то предположил бы, что это ее гробница. Может, это просто памятник? Эльфы не стали бы увековечивать память о ней таким способом. Для некоторых она героиня трагической легенды, но большинство считают ее предательницей, которая получила по заслугам за свадьбу с Крёгининым из Лёда. Может быть, этот эльф в родстве с Ларой? Ну, это объяснило бы, зачем он помогает Цири. Возможно. Ты это ищешь? Ага! И что она делает? Надеюсь, я смогу его включить. Ну что, пойдем отсюда? Надеюсь, мы не заблудились. Силы. Зараза. Чем быстрее мы отсюда выйдем, тем лучше.
медальон дрожит. Это место силы. Идем? Что-то здесь есть. Надо использовать глаз. Фух. Наконец-то. Но дело того стоило, правда? Ты все-таки узнал что-то о Цири, что-то важное. Ты собираешься на Кривоуховой топе? Потом обязательно мне все расскажи. Не знаю, представится ли случай. Геральт, мужчины делятся на тех, кто использует случай, и тех, кто этот случай создает. Я всегда была уверена, что ты принадлежишь к последним. Кроме того, я хотела тебя кое о чем попросить. Ну, так что, ты еще заглянешь? Конечно, я тебя навещу. Я буду ждать. Будь здорова, Кейра.
когда-нибудь кору сирию жрал? Мне от нее уже из жопы щепки лезут. Что? Это моя поляна. Пошел вон. Берегитесь, гуль. Чего тут? Куда вы так спешите? Может, вместо река к ручью послать? А ну-ка, понимает чего? У тебя седой тоже вид, будто вчера все.
глаза у тебя, как у кота. А мышей тоже нет? Чем могу? Я хочу посмотреть твои товары.
Бывай. Чем могу служить? Я хочу посмотреть твои товары. Бывает.